Кроме того, те, кто противопоставляет азиатский банк развития, и естественно первую скрипку играет Китай, как основной донор этого банка, вот, не стоит забывать о том, что Китай и США достаточно тесно связаны экономически. Между ними лежит пропасть в области идеологии, но экономически эти две страны имеют друг с другом самый большой товарооборот. Отношения между этими странами наиболее правильным образом назвать своеобразным экономическим браком по расчету. Поэтому я прошу прощения, это тоже уточню, потому что, как известно, накануне Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, накануне июня 41 года, Германия была самым крупным экономическим партнером Советской России. Ну, там случай был совершенно особый, но тем не менее, плавный и постепенный рост роли юаня, такое же плавное и постепенное снижение роли доллара от расчета, это совершенно предсказуемое явление, которое, в общем-то, с которым совершенно никто не спорит. Другой вопрос, что все-таки это происходит медленно. Даже если считать, что экономический рост Китайской Народной Республики стартовал примерно 20 лет назад, то в любом случае, до того, как это явление станет значимым, предстоит пройти еще как минимум 2-3 месяца. Скажите, пожалуйста, вот в этом плане, в случае прислали вот такое сообщение, вообще о чем речь, если, собственно, уставный капитал исчисляется в долларах. Вот валюта этого банка, это будет юань все-таки или доллар? Скорее всего, это будет целый пул валют, поскольку, в общем-то, к этому банку изъявили желание присоединиться довольно много, кстати, западных стран Западной Европы. Вот. Скорее всего, банк будет выдавать кредиты в самых разных валютах. Не стоит забывать, что Китай обладает самыми большими в мире международными резервами, в том числе и в долларах США, скорее всего, он задействовал. Но, кроме того, где-то, наверное, около 2 лет назад началась экспансия юаня в качестве, в общем-то, международной валюты. Вот если ранее руководство Народного банка Китая даже сдерживало применение юаня, то сейчас оно, напротив, юань продвигает. Поэтому, очевидно, это будет зависеть от страны, от конкретного проекта. Те проекты, которые будут...